встретились как-то в одном месте. Славян Харчок. Семён Перснов. И Тёма Релис. Спокойной ночи, пацаны. Спокойной ночи. Давай. Такой, короче, сон приснился. Го, короче, на ту часть поля, а? Не лезь, оно тебя сожрет. Да нет, го, нормально, я уверен. Так какой ты чмо ходил? В принципе, хорошая идея. Ладно, пошлите. Посмотрите на это. Вот это да, смотрите, сколько здесь всего. Вот это... Офигеть, Харчок, иди сюда. Вот это да, сколько всего тут. Знаете, мне эти вещи порой уже начали как-то странно на меня влиять, что мне так везет. Нашли какое-то растение. Я не удивлюсь, что если сейчас я откну что-то в этой сумке, и она всех отравит газом. Сейчас будем бабло выманивать. Давайте попробуем использовать все эти вещи. Возможно, нам удастся забраться на стену. Оттуда и будет объяснение. И мы решили подготовиться к новому испытанию. Шок. На штурм! Что за фигня? Братан, ты что? Ой, здесь творятся определенно очень странные дела.